Да, добрый день. Была с просьбой оказания содействия по ремонту дороги в Пьезды, село Большое Рогатино, до автозаправочной станции. С такой проблемой обратился к губернатору житель Цельнинского района. Этот участок дороги протяженностью почти 2 километра включат в план ремонта на 2024 год. Следующим летом ремонтные работы должны будут завершиться. Напрямую линию губернатору писали о необходимости в автобусе для димитровградских школьников с ограниченными возможностями здоровья. О своей просьбе напомнили и на личной встрече. Но вопрос-то мы уже решили, он до конца года будет поставлен. Вот, вся необходимая документация сейчас готовится, и в феврале он уже встает у нас на линию, так что немножко подождите, все в работе. Все хорошо, спасибо большое, Дарья. Вот. Также в ходе личного приема была оказана помощь с покупкой лекарственного препарата для лечения ребенка с серьезным заболеванием. Укол? Да. Но это курс или это постоянно? Нет, это постоянный прием препарата, да, на следующий год, соответственно, мы тоже сразу заложили финансирование. Обратились к Алексею Русских и с вопросом переселения из аварийного дома в деревне Салмановка Ульяновского района. Передать квартиры согласно контракту должны до конца текущего года. Светлана Карпухина, Управда ТВ.